Только что завершился финальный бой Кубка России по кудо, и дома чемпионом стал Марат Али Асхабов. Какие ощущения вот на такой момент? Вот только-только пару минут прошло. Честно скажу, откровенно, мне очень приятно. Родные стены помогали, очень много людей пришло болеть. И смотрел, ну и горячо уважаемый наш губернатор Антон Андреевич Алиханов. И это кубок в честь него, и я не мог ударить грязь лицом. Я очень ему благодарен, это его победа. Здесь собраны были все лучшие, ну и на меня это все, естественно, давило. Но все бои я закончил досрочно. Честно скажу, когда двое топовых, два оппонента встречаются, невозможно бывает так деклассировать. Ну так, тут как получилось, так, слава богу. Возврат был только ради домашнего кубка или все-таки возможно продолжение этой славной истории Марата Алисхабова в кудо? Ну, такая авантюра, конечно, но я не знаю. Может быть, все может быть. Сегодня были невероятные страсти, как 50 на 50 страсти, а с другой стороны, невероятное благородство. Почему стоит приходить в кудо? Именно благородство, смирению, любви к ближнему, любви к оппоненту, любви к семье, к родине. Вот этому вас научит кудо. Приходите, занимайтесь. Приходите в наш прекрасный зал, который нам открыл Антон Андреевич. Зал находится на стадионе «Калининград». Мы вас научим, мы вас потренируем, мы вас воспитаем, вас, личность. Ос. А потом будем болеть за вас здесь, в Калининграде, на очередных соревнованиях по такому невероятно яркому единоборству кудо. И напоследок мы немножко поменяем тему, отправимся вместе с вами на 35-й юбилейный велопробег «Калининград-Зеленоградск-Калининград». Это были калининградские вести «Спорт». На этот раз мы вместе с вами побывали во Дворце спорта «Янтарный», где состоялся 15-й юбилейный Кубок России по кудо. И одним из чемпионов стал наш калининградец Марат Али Асхабов. Ну а наши выпуски смотрите, безусловно, на ГТРК «Калининград». И не только в прямом эфире, но также на сайте вести-калининград.ру.